Самыми популярными являются клипы, в которых частая смена кадров и присутствуют обнаженные мужчины и женщины. Мы решили поставить эксперимент. Какую реакцию вызовут современные клипы у пожилых людей и старые клипы у молодежи? А кто тут боярский? Ну, с гитары, которая. По-моему, все логично, мне все нравится. Ну, конечно, мужик идет на гитаре, играет в офисе. Просто мужик, это боярский. Вот я купаюсь в извилистой речке. Батюшки. Ой, глаза плачет, как у меня. Плачет, ага, смотри, смотри, плачет. О, привет. Ой, привет, Уля. Это сейчас, слушай. Вот это да. Хорошо. Ой, девочки. Ну, фигурка, ничего. Да. А, это в ночных клубах какие? Да, скорее всего. Скорее. Да? Вот так. Вот, вот на шарики бы тебе так. Нет, если бы села только с тобой. Не забыться песни. Я вообще не знаю. Ты что? Этот взгляд. Томный, пронзительный. Ну, что-то клип не очень какой-то. Да, наверное, малобюджетный. Я читал тебе свой рэп, ты смеялась мне в ответ и включала песню Влади «Ревность». У тебя был Мерседес, а я ездил на метро и откладывала в ты же помнишь? Прекрасно, прекрасно. Как в сказке. Ну, конечно, да. А взгляд у него так молодец, молодец. Приятно девушка, посмотреть, вот приятно посмотреть, да. И стрижки из-за денег бывает, из-за денег встречаются. Кто-то и... по любви, а кто-то по расчету. Да. Хореография бомба. Мне массовка нравится очень. Просто ее нет буквально. Но эти движения, это просто что-то. Я одна не узнаю Аллу Пугачеву. Вот это смех. Я бы больше не засыпал. Хочешь, стану вот так? Или сяду вот так вот? Я хочу увидеть твой взгляд. Это очень приятно. Не плевать. Но двигается это красиво, так да вообще. Ты чё? Разве это танец? Ну, разные бывают танцы. Ну, сексуальный танец. А, ну вот. Ну, заводит, заводит, наверное, мужиков хорошо. Конечно. Ну, а мини-то носила? Наши года еще не было. Ну, здрасте. Мини, ты чё? Меня не очень впечатлили, особенно хореография Аллы Пугачевой. Это вообще что-то. А, живые танцы. А живые, когда твист был у нашего... Чарльстон, твист, да. Шейк. В общем-то... Да, твист. Да. Мне не понравились больше всего песнеры, потому что музыку не было слышно, да, и освещение хромает очень сильно, будто бы они, не знаю, в темноте снимали. Ясный намек какой. Сейчас по интернету и знакомятся, Алексея Петровна. И расходятся. Ну, мне понравились абсолютно все клипы. Не знаю, почему у ребят такая негативная оценка.